Здравствуйте, меня зовут Никита, я мобильный разработчик, и вот в паре с моей коллегой Натальей Ромашковой, которая сегодня не смогла прийти, мы придумали такое приложение, что-то для дневника, для девушек, которым только начинают подозреваться, что-то пошло не так в их отношениях, вот, и для того, чтобы как-то, ну, сделать какую-то точку входа, да, чтобы заинтересовать потенциальную пользовательницу, мы начали сделать лендинг-пейдж одностраничный. Ну, то есть, как просто страничка в интернете, да, которая просто рассказывает о том, что да, то есть вы почувствовали, что это не так, вы почувствовали какие-то агрессии в свою сторону, или какие-то, какое-то, может быть, уже был акт насилия, и вы начинаете задумываться, что находитесь ли вы рядом с тем человеком, с которым действительно стоит находиться рядом. Потому что доводить до прямо уже каких-то именно насильственных действий, это уже чересчур, то есть это уже пик ситуации экстремальной. То есть мы стараемся делать какую-то профилактику. Вот. И, значит, мы придумали такое приложение, которое является дневником. Каждый день вы можете отмечать, что с вами происходит, что, и свое настроение, настроение вашего партнера, симптомы какие-то, агрессия, она говорит, наоборот, с вами очень мило и все хорошо. То есть это какой-то такой дневник отношений. Вот, я могу показать его, как он выглядит, прототип. Значит, что у нас здесь? У нас здесь есть календарь. Вот видите, этот март сейчас у нас, да? Значит, вот 13 числа, у нас сегодня ужасный день. Мы смотрим, значит, у нас ужасный день. Значит, суть в том, что, значит, вы заходите, значит, ущелкните на 14. И вы говорите, хорошо, я хочу добавить комментарий к этому дню. Значит, что вы можете оценить? Настроение, выбрать, какое у вас сегодня настроение, выбрать его настроение. И определить его поступки, что за ухаживание, возможно, спорил, или появилась агрессия. То есть вот мы собираем данные какие-то, которые помогут вам потом оглянуться назад и представить себе общую картину, динамику ваших отношений, куда они идут, куда они направляются. Плюс этой системы в том, что она масштабирована, как любая хорошая эта система, она, ну, пытается масштабирована, то есть все вот эти данные, они могут, во-первых, отправляться вашему личному психологу или какой-то кризисный центр. Мы можем придумать другую систему тестов, где вам предлагается не просто выбрать словесно, да, какие-то определения, но вам предлагается поиграть какой-то невербальный тест, да, то есть там тест лишения или еще что-то. Таким образом, мы можем четко измерять каждый день состояние девушки в отношениях и даже до того, как проявить какую-то ситуацию, уже как предугадать ее и, значит, спасти ее из этих нездоровых отношений. Точнее, она сама себя спасает, получается. То есть она видит, что весь месяц, значит, у меня все дни красные, мы каждый день спорим, там, накричал, отнимает на телефон, прочее, ограничения, эмоциональный какой-то буллинг. Ну, значит, нужно задуматься или попробовать что-то изменить, или попробовать уже уйти из этих отношений. Спасибо. Перед ним идет акты психологического насилия и акты экономического насилия. То есть когда же девушка понимает, что пространство сжимается, что-то идет не
нужно что-то поменять. Да. Да. Да.